Костя. Это программа «Додумковый час». Мы встречаемся с вами в этом году один из, наверное, предпоследний раз. У нас будет еще один выход передачи, когда мы проанализируем полностью сезон. А сегодня мы с вами говорим о том, какие матчи нас ждут в предстоящие выходные. В этом году и вообще, в принципе, в чемпионате ХПЛ во всех лигах осталось провести 4 встречи. Из перенесенного 25-го тура 3 матча уже были сыграны. Сейчас мы с вами поговорим о том, как они состоялись. Ну и осталось провести 4 матча. Начнем с тех игр, которые были сыграны на прошлых выходных, в воскресенье. Это игры «Вепр» «Возрождение», «Союз» «Эспас» и «Поздняки» «Гашика». В принципе, все матчи были достаточно предсказуемые, завершились с тем исходом, который, в общем-то, в этих матчах и ожидался. Так «Вепр» 3-1 одолел «Возрождение» и закрепил эту команду на дне турнирной таблицы, то есть «Возрождение» покидает вторую лигу. Голы у «Вепра» забивали Кабанец, Ворочинский, Ворочинский это автогол, это игрок «Возрождения» Тележинский, ну а за «Возрождение» отличился Балабан уже под конец игры. «Союз» очень крупно одолел «Эспас», 6-0, болезненное поражение для дебютанта второй лиги. Но «Союз» сейчас очень хорош, и во встрече с «Гашикой» подтвердили свою силу и возможности. Вот. Ну, очередная их крупная победа, причем следует отметить, что 4 гола, вернее даже 5 голов из 6, забил их не нападающий Бондаренко, это тот самый игрок, который в последнем 26-м туре сравнял счет в матче с «Гашикой» ударом ножницами через себя. То есть, безусловно, интересный и талантливый форвард есть в распоряжении у «Союза». Ну и «Гашика» 3-1 одолела «Поздняки». Все 3 мяча за «Гашика» забил Денис Парницкий, который, может быть, не так много забивает, как пару лет назад, но, тем не менее, не теряет своих бомбардирских навыков. Вот. Ну и мы переходим к тем играм, которые должны состояться в ближайшую субботу, 17 ноября. Это встречи Optima Farm Дом Архитектора. Optima Farm сейчас идет уверенно на первом месте. От КЛФК ее отделяют 2 очка. И если Optima обыгрывает Дом Архитектора, то она, естественно, становится чемпионом. Расклад, в принципе, тут достаточно понятен. Optima Farm одна из лучших команд лиги. Наверное, она была фаворитом еще до начала чемпионата, обладая таким мощным кадровым потенциалом, который есть у Optima, оно и не удивительно. Поэтому шансы Дома Архитектора в этой встрече, откровенно говоря, невелики. Но, тем не менее, Дом Архитектора в этом году уже не раз доказывал, что они могут играть на равных с сильными соперниками. Так вот, уже во втором круге они преподнесли громкую сенсацию, обыграв 2-1. Если помните «Союз», тогда 2 гола за Дом Архитектора забил Саша Микусевич. Чуть ранее, в первом круге, они отбирали очки у КЛФК. То есть, в принципе, их можно где-то назвать грозой авторитетов. И вот подтвердят они свой статус или нет, нам и покажет их встреча с Optima Farm. Естественно, одним из главных болельщиков тут будет команда КЛФК, поскольку она напрямую заинтересована в том, чтобы Дом отобрал 2 или 3 очка у Optima, поскольку если даже они с Optima сравняются по набранным пунктам, то по личным встречам КЛФК занимает первую строчку. Но мы с вами не будем спешить, мы дождемся непосредственно развязки. А пока поговорим о том, какой матч будет сыгран далее. Это КЛФК «Титан». Встреча, в общем-то, которая важна как для КЛФК, так и для «Титана». КЛФК не оставляет надежды все-таки зацепиться за первую строчку, ну а для «Титана» очень важно тут набрать 3 очка и ждать осечки Ливерпуля. Так что нет никакого сомнения, что «Титан» максимально мобилизируется на эту встречу и даст бой КЛФК.
Тем более, что у Титана вроде бы сейчас решены все организационные проблемы, команда стабильно собирается на игры, и по заверениям организатора этой команды, Саши Бондарчука, у него уже есть состав и на следующий сезон. Так что с новыми планами, с новыми амбициями Титан смело смотрит год следующий и мотивирован к встрече с КЛВК. Следующий матч, Самсон-Арсенал, в принципе, не несет в себе какой-то турнирной интриги. Разве что можно отметить, что если Самсон обыгрывает Арсенал, я, к сожалению, не помню, с каким счетом нужно добыть победу, как они сыграли в первом круге, но при определенных раскладах Самсон может обойти Арсенал и занять итоговое 6-е место. Так что тут встреча тоже ожидается с некоторым интересом. Ну и последний матч этого года, в котором встретятся между собой команды Ливерпуль 2 и Грифон, она важна прежде всего для Ливерпуля, поскольку они сейчас хоть и находятся на спасительном 12-м месте, но их отделяет от дна турнира таблицы всего лишь 2 очка. И при этом в этот же день встречается Титан с КЛВК, то есть игроки Ливерпуля, выходя на эту встречу, уже будут знать, как им нужно сыграть. Нужна ли им только победа, или их, в принципе, устроит ничья или даже поражение. То есть все в их руках, и задача, которая перед ними стоит, она вполне реальна, потому что Грифон, мы это видим по последним матчам, он чемпионат доигрывает, каких-то задач они уже перед собой не ставят, просто играют в футбол, не особо не напрягаясь, ну и достаточно благодушно относятся к своим соперникам. Как видим, все 4 игры, которые у нас ожидаются в эту субботу, они каждая по-своему несет какую-то интригу. Я думаю, что игры пройдут интересно. Вот, хочу командам пожелать хорошей игры, всем по-своему решить свои задачи, ну а тому, кто эти задачи по каким-либо причинам не решит, не расстраиваться, смотреть в будущее. Вот, на этом все. Напоследок хочу всех игроков Христианской футбольной лиги пригласить 1 декабря на награждение. Оно обещает быть очень интересным, с интересными гостями. Вот. Ну, на этом все. Мы с вами увидимся еще, как я уже сказал ранее, в анализе всего года. А сейчас всем пока.